каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне провел совещание по социально-экономическому развитию регионов. Во время совещания Дмитрий Медведев назначил министра экономического развития России Максима Орешкина куратором Тувы от федерального правительства. Я поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля представить правительству дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния. Собственно, вот ради этого я вас и собрал, потому что у нас есть такие субъекты, где ситуация, вот, скажем, наиболее сложная. Это Калмыкия, Мордовия, Мариэл, Республика Алтай. Сюда же относят Саратовскую, Курганскую, Пензенскую области и Тыву. Значит, ну вот, собственно, о Республике Тыва мы сегодня и поговорим. Рассмотрение вопроса о социально-экономическом развитии одного отдельного региона, в данном случае Тувы, состоялось по инициативе главы Тувы Шолбана Караула. Договоренность о проведении специального совещания по Туве была достигнута 12 марта на встрече Дмитрия Медведева и Шолбана Караула в Красноярске. Так, на совещании были обсуждены вопросы, направленные на повышение транспортной доступности региона, освоение его сырьевого потенциала, а также обеспечение трансграничного сотрудничества. Ну а в первую очередь был обсужден вопрос строительства железной дороги Кызыл-Курагина. Если говорить о Республике Тыва, это железная дорога известная, которая должна позволить эффективнее осваивать минерально-сырьевые ресурсы. Это, значит, целый ряд других проектов, и терминала, и туристических комплексов. Ну и также хочу проинформировать вас, что я подписал специальное распоряжение правительства об одобрении комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». В рамках этого проекта мы, собственно, и будем работать. Подчеркиваю, значит, решение носит абсолютно адресный характер, поэтому давайте в режиме вот такого совещания разберем, чем конкретно помочь определенному региону, причем речь не идет о том, чтобы просто банально деньги в очередной раз выделить из резервного фонда. Я это не исключаю, но это точно не главное. И это последнее, что можно сделать. Речь идет именно о развитии. Это и грантовая система, и принятие инфраструктурных решений, создание территории опережающего развития, особых экономических зон, естественно, работа по национальным проектам. Где-то, может быть, нужно инвесторов немножко подтолкнуть или, наоборот, ревизию провести того, чего они сделали и чего не сделали. А все это касается и Республики Тыва. Глава региона накануне вечером на своей странице в социальных сетях рассказал о главных достижениях совещания. «Для нас важно, что Дмитрий Анатольевич по всем вопросам, поднятым сегодня, дал конкретные сроки для выработки внятных решений. В правительстве страны высказались за поддержку наших многодетных семей в виде пособий на третьего ребенка. А также Министерство финансов России, учитывая особые условия Тувы, согласилась с тем, что при расчете бюджетных расходов необходимо применять повышающий коэффициент», отметил он. Еще и тема по поводу, ну, например, того, что Тува является самой молодой не только по вхождению в состав России, но и молодой по своему составу. Представляете, у нас 111 тысяч детей, при том, что живет 324 тысячи населения. 111 тысяч детей, если к этому добавить еще пенсионеров, то вы сами понимаете, какая нагрузка на трудоспособное население. Поэтому, конечно же, когда по Туве на третьего ребенка не идет субсидирование, а федеральная программа по этому поводу есть, но почему-то поддерживаются другие регионы, но по Туве считается, что это не нужно, потому что там рождаемость хорошая. Дмитрий Анатольевич поддержал и сказал, да, действительно, многодетность – это больше достаток, и это радость, и этому надо радоваться, что в маленьком субъекте рождается больше детей, и нужно это финансировать. И это решение сегодня состоялось, я этому очень рад. Спасибо правительству России, что такую многодетность поддержали, а значит и многодетные семьи будут больше достатки, чем сегодня. Были прямые указания о том, чтобы вместе с министром экономического развития, кстати говоря, было принято решение, что по Туве будет куратором министра экономического развития Орешкин. Я буквально сегодня после совещания с ним встретился.
и мы наметили путь. Очень хочу, чтобы это в конце концов состоялась федеральная программа, отдельная по Туве, с конкретными мероприятиями, с конкретными предложениями, как нам дальше жить и трудиться, для того, чтобы люди жили в достатке. И нас могли сравнивать с другими регионами. Мы богатые, потому что, а не тогда, когда у нас нет элементарных возможностей для того, чтобы люди зарабатывали деньги, и на этом фоне можно было бы говорить о качестве жизни. Я имел возможность сказать о том, что школы, например, школы, у нас 174 школы, при этом 20 из них ветхие, и, наверное, очень важно, чтобы мы не по две школы строили, а как указал глава государства, чтобы современные нормальные школы строились в том числе в Туе. Так что, дорогие земляки, сегодня очень историческое событие. Я очень доволен тем, что такое совещание позади. Сейчас надо побольше работать с министерством для того, чтобы решение правительства было уже в виде документа. Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» представит проект создания авиамаршрутной сети Сибири, который был разработан с расчетом на использование региональной и малой авиации. Проект планируется обсудить на заседании Совета МАС 29 марта, который пройдет под председательством Шалбана Караула на площадке Красноярского экономического форума. Разработанный исполком ассоциации проекта уже был одобрен на заседании экспертного Совета МАС. Теперь на заседании Совета планируется представить готовое решение. Как сообщил председатель исполнительного комитета МАС Геннадий Гусильников, в ходе подготовки проекта в Сибирском регионе была проведена инвентаризация имеющегося летного парка, а также учет всех взлетно-посадочных площадок, пригодных для посадки малых машин. Всем регионам Сибирское соглашение предложит сформировать инвестиционный фонд, где будет просчитана эффективность каждого из маршрутов, прогноз пассажиропотока и вероятная стоимость перевозки с учетом субсидий. Одновременно всем авиационным компаниям, работающим на территории Сибири, будет предложено объединиться в ассоциацию, отметил Геннадий Гусельников. Это наверняка будет полезно авиапредприятиям, которым надо будет видеть все перспективы, связанные с развитием сети целиком. Сегодня стартовал Красноярский экономический форум 2019. В первый день на сессии «Экологичность против конкурентоспособности. Как сделать промышленность зеленой» обсудили вопросы экономической эффективности внедрения экологических технологий в промышленности, а также зеленая сертификация как механизм уменьшения экологических рисков и повышения качества жизни общества. Как стимулировать создание и внедрение инноваций и технологических стандартов, которые обеспечивают качественное изменение производства и направленные на реализацию принципов сохранения природных ресурсов и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. Также состоялся круглый стол «Станет ли мусорный бизнес эффективным и цивилизованным?» Регулярные стимулы для реформы отрасли утилизации твердых коммунальных отходов. Участники обсудили первые итоги реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также региональную специфику мусорной реформы на примере ряда регионов России. В конце прошлого года федеральным законом о потребительском кредите и микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях приняты соответствующие поправки по микрозаймам, которые направлены на защиту заемщиков. И для вышеуказанных организаций, и для их клиентов действуют уже новые правила. Они направлены на защиту заемщиков, которые из-за безвыходной ситуации или по незнанию могут набрать кредитов под огромные проценты и в результате лишиться средств и имущества. Несмотря на то, что большинство заемщиков рассчитываются с микрозаймами в установленные сроки, это сильно бьет по семейному бюджету. До вступления в силу данного закона ставки по микрозаймам составляли 2,5% в день или более 900% в год. Сегодня уже действует так называемый закон о процентах, который регулирует максимальный размер ставки по кредиту. С 28 января максимальная ставка по микрокредитам ограничена до уровня 1,5% в день, а также с 1 июля ставка составит максимум 1% в день. Например, если заемщик взял 10 тысяч рублей и не смог их выплатить в срок, то с 28 января микрофинансовые организации смогут начислить ему в виде штрафов только 25 тысяч рублей, и всего он будет вынужден выплатить только 25 тысяч рублей. Данная форма действует с 28 января по 30 июня 2019 года, а уже с 1 июля все штрафы и пени по займам не могут быть больше двукратного размера суммы полученного займа. Например, заемщик взял 10 тысяч рублей и не смог их выплатить в срок, то с 1 июля ему смогут начислить в виде штрафов максимум 20 тысяч рублей. К сожалению, по договорным отношениям, которые действуют до момента вступления в силу данного закона, эти изменения их не затронут. И о курсах валют. Доллар 64 рубля 79 копеек, евро 72 рубля 72 копейки.
Сыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды, мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь, ЦУМ, цокольный этаж. Действуй во благо будущего. Работай на себя. Greenway – это оптимальный дополнительный доход для каждого из нас. Присоединяйся к команде Кочетова 98. Телефон 8-913-355-306. Учителей и школьников Тувы приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Школьный экодвор» и провести в своих школах праздник «Экодвор», направленный на развитие раздельного сбора мусора и культуры грамотного обращения с отходами. Конкурс продлится до 25 мая. Для участия в конкурсе представителям школьной администрации или учителям необходимо зарегистрироваться на сайте школьныйэкодвор.рф и провести праздник «Экодвор» на территории своей школы. После регистрации участники получат все необходимые инструкции по реализации праздника и необходимые методические материалы. В рамках праздника организуются мобильные пункты приема вторсырья и все собранные отходы отправятся на последующую переработку. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение количества мусора. Среди них обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами. Для участия в празднике школам рекомендуется пригласить родителей и местных жителей. За 3 дня специалисты научного медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России, прибывшие 25 марта, ознакомились с деятельностью детской больницы, перинатального центра, детской хирургии, центральной больницы Кызылского района и инфекционной больницы. По итогам работы эксперты поделились своими наблюдениями, которые, как было отмечено, характерны для большинства дотационных субъектов. К примеру, помимо основной работы и зачастую в ущерб ей, врачам первичного звена на местах приходится выполнять функции социальной службы. Также в республике нужно уделить большое внимание подготовке кадров, в частности узких специалистов, особенно детских, которые будут работать на новом высокотехнологическом оборудовании. Решающее значение имеет и эффективность схемы маршрутизации пациентов, то есть больной в короткие сроки должен быть доставлен именно туда, где ему смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Дополнительно нужно держать под контролем целый комплекс факторов – степень тяжести состояния больного, возможности парка машин, санавиации и другие. По мнению экспертов, с маршрутизацией больных в республике дела обстоят лучше, чем в некоторых других регионах. В завершение специалисты центра еще раз подчеркнули, что для улучшения качества неотложной медицинской помощи детям нужны финансовые и кадровые вложения, и со своей стороны выразили готовность оказать содействие в разработке четкого и простого алгоритма действий. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам. В течение суток 28 марта местами по республике Тыва ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Пыльная буря, местами на дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью от минус 1 до минус 3. Днем от плюс 7 до плюс 9 градусов. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные. Займы до зарплаты.